Всем привет! Вы на канале ArtPlay. Сегодня продолжаем проходить Atomic Heart. Мы остановились в комплексе, в котором нужно куда-то добраться, что-то сделать. Ну, как обычно у нас в играх, блин. Приди туда, сделай это, получишь это. Ждем загрузку. Так. А чё с графикой? А потому что игра установлена на жестком диске, поэтому так долго прогружается. Сорян, прогрузится, ничего страшного. Ну погоди, как всегда. Чё, я уже забыл. А чё такое? Я не понял. Во, прогрузилось наконец. Так. Да, я тут открыл, пролез. Идем дальше. У нас там сейчас будут вовчики. Говновчики. В смысле? Сволочь. Иди сюда. Свалил! Ты чё, охренел? Ах ты, блин, нифига! Нахер? На, блин! Угу. Что? Да-да-да, вот так и было. С двух ударов он меня вынес. Чего? Так, погоди, я просто еще не проснулся или чё, блин, я понять не могу. Так, сейчас, секунду. Сейчас я вспомню, как тут играть. Погнали. Так, берем дробовик. Где? А, 4 патрона всего. Ладно. Давай, подходи по одному, суки. Давай, иди. Минус, да я застрял, блин. Второй где? Бежит. Ну давай. Беги. Да-да. Я только начал. Вот именно. Так, продолжайте поиски Виктора. Все, мы ищем Виктора. Так. Сволочь. Я тебе покажу, как это бить меня. Че это? Ага, щебетарь. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. А чё так темно? Мы заблокировали фуникулёрные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился? Ваня! Здравствуйте, блин! Ах ты! Зажал он меня! Сука. Ай, блядь. Чувствую, я на хардкоре тут буду таких люлей получать. Ладно. Не, можно средний включить, там, типа, полегче все равно будет. Но я-то хочу хардкор. Тем более, я игру на средних... на среднем уровне сложности прошел, и мне как бы... Чё отсюда? Твою мать. Вы издеваетесь надо мной, что ли? Так. Вот и все собрал. Вроде бы все собрал, ладно. Сейчас я по новой быстренько отфигачу. Даже не выходи отсюда. Где второй? Беги сюда. Беги. Зашел, блин, в туалет называется. Да на! Минус нога, блин. Иди сюда, выходи. Ну ты тут сидишь. Он же там сидит. Тебя тут не было. Как ты тут оказался, я не знаю. Короче, надо только с дробовиком ходить, потому что топор бесполезный вообще, походу. Так, патроны только зря потратил. Так, а мы что, сюда же не попадем, да? Сюда же нужно. У меня же еще ни хера нет. Угу. Ну-ка. Что-то не так. Твою мать!
что с анимациями какие-то дерганные. Плитой пришибло, блин. После такого вообще не встают. Ну, у нас же особенный герой. Да? Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? Давай, давай. В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Ух ты ж. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси сюда. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее. Ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса. Много вопросов. Так, ладно. Держи тут все сама. Куда, разберешься. Куда? Она бесполезна. Нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то что вовремя. Сделал? Много вопросов задаешь. Опаньки. Пригнись. Лариса! Кошмар, кошмар. Аниматроник, блин, сраный. Сейчас я тебя отхерачу. Ох ты, блядь, нихера. Прописал. Угу. Куда пошел? Нормально, блядь. Просто с двух ударов, блядь. На, так и было, да. Нажмите пробел, чтобы отомстить. Сейчас отомстим. Жесть, нифига, я на хардскоре что-то я даже подумал, просто двух ударов выносит. Дробовик решает данной ситуации. Так, где? Иди, иди сюда. Иди нахер. Ага. Сука, один патрон! Сегодня нету патронов. Угу. Я-то, блядь, каратист. Ага. Хера ты перемещаешься? Ай! Тихо, 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 тихо. Подожди, больно, 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 больно. Больно, больно мне, я знаю. Да пошел ты. Давай, нападай. Все, нахуй. Отбегался, железо. Отбегался, бля. Точно. Куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Не попасть, да? С этим разберемся позже. Так, стопэ. У меня по аудио есть вопрос. У меня стоит режим стримера, и все равно у меня авторские права. Я не знаю, ну. Оно не меняет почему-то, я не знаю. Странная ситуация, конечно. Странно это все, странно. Так, я уже забыл. Угу. Я уже проходил. Получилось. Колыбельная. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. Он укусит собачок и потащит в лесок. Он потащит в лесок по тракитовый кусток. Твою мать! Ты чё ещё за херня? Ах, какой мужчина! Позволяйте ей связать вам руки! Да я пытаюсь! Не видишь? Трос остальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят! Сейчас я тебя заведу! Только бы добраться до тебя! Ах, как остальные! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь! Стараюсь, сильная тварь!
Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Нормально. Леонорка. Вскоре вам будут доступны и другие умения. Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Вы же не против? Да не против. Я не хочу электрошок. Вот, ну, не хочу. Я хочу поменять, так скажем, все эти умения. У меня был тогда, я проходил шок, персонажа прокачал, стужу прокачал, телекинез прокачал полностью. Я хочу оставить телекинез, щит, фиг его знает. Ну шокер, ладно, пускай шок будет, а стужу не буду брать. Так уж и быть. Так, улучшение, что там у нас? Я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха, давай прокачаем маленько. Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Ну, на предприятии само кассетник. Собой чудо. Ну, блин, кассетик на него само я не буду ставить. Конечно. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Стужу я тоже не буду качать. Телекинез рановато, не хватает на него. Полимерный бросок надо будет. Да, то его нужно прям попробовать. Потому что у меня была стужа, она как-то, ну, какая-то бесполезная. По-моему, ну-ка, это же посмотреть можно. Всем материям в пример мы поставим полимер. Знает сотню применений даже юный пионер. Пионер, блин. Так, ну давай, ладно. Сделаем так. Так, установить на... На чё? На Q давай. А шок поставим. Шок мы не поставим, ладно. Ладно. Так, у нас примерно строя, я понял. Усиление эффекта заморозки огня и электричества. Понял. Погоди. Блин, да неудобно на... Ладно. А куда? Не туда. Сохраниться надо вообще. Сохранение данных. Угу. Так, опять у нас щебетарь. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят, где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь, как сможешь, а то я нервничаю. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Угу. Туда надо идти, я зря сюда поднялся. Иди... Стой, блядь. Забыл, куда идти надо.
Я не помню, куда идти нужно. Ну, значит, наверное, сюда, да? Слышу... долбанная пчела. Понял. Так, погоди. Точно, я вспомнил. Все, нам нужно вернуться. Вот, блин. А тут... подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Давай. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочем помещении. Теперь правильно все делаем. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Так, ага, тут подстава. Осторожно! Перейди камеру видеонаблюдения, Ромашка. Сраная Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Понял, понял. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Посмотрел. Так. Можно типа перелезть. Нахрена? Я забыл, как? Бля, что я сделал? Ладно. Ну ты че? Ты че, сучка? Зачем? На F, блядь, на F же. Ладно. Мы потихоньку свалим отсюда сейчас, чтобы робота не захватывать. Слышу, ходит. Ну, пускай ходит. А, тут тупик. Два пришли, смотри-ка, а. Пускай стоят. Я потихоньку пройду, да? Дебильные коробки. Чё так темно, блин, с игрой? Игра темная стала, реально темная. Графика, качество. Ну, типа все на высоком. Где-то что-то на среднем, ультра. Где-то максимально. Ладушки. Сколько тут ящиков, кошмар. Ладно. Сейчас залутаем. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Сейчас, подожди. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Да. Запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Так, еще здесь, по-моему, да? Никто ее там уже не ожидает, его, блин. По идее, можно назад вернуться, типа. Да? Так и надо, наверное. Дети, говнюки. Тут стоят, да? Как ты меня запалил, сука? Да пошел ты. До свидания. Да, все, хоть забегайтесь там. Хорошо, что не лазить не умею за тобой. Это было бы крипово, конечно. Пошел нахер. Идут. Да конечно идет. Ну иди сюда, иди, я тебе сейчас пропишу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно. Осторожно. Тихо. Тут тупик. Сможешь залезть? Не сможешь. Лох! Обломался нахуй. Все, я пошел. Ну что-то там пытаются, блин. Они меня уже не достанут здесь, я сейчас. Так, вставляем на лифте, печеньку. На лифте поднимусь. Даже замки любят печеньки. Раз, слушаю вас. А ты любишь печеньки? Печеньки.
сообщение туда хотел. А, мне в любом случае нужно будет вернуться, это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Давай. Так, сейчас посмотрим. Я читать не буду, ребят. Что это я все читал. Так, паузе почитайте. Так. Реле пассивный редуктор, работа реле пассивный безопасный, верно? Понятно. Надо красный наверх. Так, красный наверх, красный наверх. Че, музон пошел такой, а? Посмотри. Так, сделаем. Нет? А так? Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Висишь, что? Так, вроде все. Ну, придется вернуться все равно, как бы. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. А я пойду в правый. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Он был в левый. Ты серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Так, отлично. Там что? Там что-то есть. Давай сходим. Эй, хрень! Храс! Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. Да говно это все, это неправда. Это неправда. Поверьте мне. Сколько тут ящиков, ты посмотри, Анна. Так, давай аптечку. Все, все собрал. Да тут еще ящики, елки-палки. Как много лутать нужно? Я не знаю. Музыка нас связала, да-да-да. Так, что нам туда идти? Ладно, пошли, сначала сюда зайдем. А тут нету этой? Здесь просто сохранение. Так, чертеж патроны для дробовика, отлично, 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 отлично. Прям вот их, прям нужны. Прям не хватает. Мы круг сделали, все понятно. Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебе что, блин, туго доходит? Извините. Да, я в курсе. Бля, я напугался сейчас маленько. Блин, опять лутать, опять лутать. Так, Коздемос, так, приказ начальника охраны. Можете прочитать отчет по наблюдению. Угу, диверсию тут объявили. Понятно. Тут еще у нас сколько много читать. Цензура баста. Последний раз. Пальмер животных. Короче, испытания всякие разные проводили, да? Там Элеонора у нас. Я пропустил ее, что ли, как-то. Так, а полимер у нас что ли? Надо как-то его попробовать. Давай, попробуем. На. Заряжай быстрей.
сука, не успел маленько. А! Иди сюда. Погоди. Вот у нас Элеонора. Бей! А патронов скрафтить и... пролутать, да? Угу. Как я мог пропустить-то? Вот она, родная. Элеонора. Опять чертеж. Ага, рукоятка, швед. Отлично. Сохранение данных. Майор, оружие. Оружие давай. Так, у меня есть дробовик, есть... Какая музыка играет, а? Что такое? А, улучшение. Так, качать лезвие или не качать? Вообще идет урон больше. А урон как раз нужен, придется качнуть. В принципе... это я не использовал, потому что он долго накапливает ее. И больше этих нужно. Это что у нас такое? Что это такое? Хлам. Понял. Рукоятку мы открыли. Не хватает на рукоятку. Она просто дает скорость заряда. То есть он быстрее накапливает и потом херакс. Понял. Будем копить тогда. Переходим к прокачке персонажа. Так, все, 26 полимеров. Маловато. Очень мало. Энергия персонажа. Вот можно энергию, точнее нужно даже энергию качать. Шок. Не вкачнуть. Массовый телекинез еще много. Еще очень много. Ладно, так, тогда энергию персонажа сделаем. А, она есть уже, то есть не надо. Ладно, ладно, будем копить. Ой, будем копить тогда. Ладно, пошли. Что-то там получаю, что-то там непонятно, что не появляется, нифига. Будем копить. Износостойкость и защита. Это, пожалуй, главные характеристики наших машин для обычных. Прикольно сделано. Что тут? Ага, тут ящички. Тут у нас ящики. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса «Волюк». Патроны забыл, твою ж мать, да. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Сейчас я быстро патроны сделаю, забыл. Выберите желаемое действие. Полимеры бы влить твое оружие. Так, улучшение. Нет, создание боеприпасы. Кстати, мне хватает теперь на этот. Ой, куда я полез? Ну, туда. Мне хватает на улучшение сюда. Рукоятку сделать. Или все-таки... Нет, тут не хватает, а тут... Тут не хватает. Ну, скорость заряда пока, я не знаю, не критична. Можно сделать все-таки патронов побольше на дробовик, чтобы... Куда я полез опять? Как бы хватало более-менее. Давай лучше патроны сделаем. Вот так. А все остальное потом накопим. Вот, это другой разговор. Дробовик надо еще прокачать потом. Туда не попасть? Так просто комната. Или погоди, туда можно попасть, вон, видишь? А как? Подожди-ка. Мне просто интересно стало. Ну там ничего нету. Типа, а зачем туда тогда? Ладно. Или просто нарисовали. Так, здесь долбанный фуникулер. Ага. Thank you.
Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяешь. Вроде там что-то есть? Ящик. Так. Прикольно. Плаваешь такой, плаваешь круто. В жиже непонятной. Что-то дофига плывет. И как я должен ее перезапустить? Где-то я знаю ключ. Я знаю ключ. Уже. Можно не идти, ну а я вдруг. Давай попробуем, вот проверим. Сейчас я сохранюсь, конечно. Это могучая платформа с легкостью удерживает. А что, ничего не работает? Так, у нас этих мало. Опять чертеж. Лиса. Кстати говоря. Я слышал, что лиса такая для начального уровня типа пойдет. Самый топовый это паштет. Я его специально брать не буду. Буду качать там шведа, либо лису. Посмотрим, посмотрим. До этого пока далековато. Хочу стакан воздуха. Нормально. Так, ну-ка, вот да. Путь. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Я и так знаю. Раз, два, три. Смотрите. Как же так? Это... Напомню. Кто такой был? Товарищ. Не поедут до схемы кабин. Перед вами. Застыли. Да я уже открылся. Нет, не поедут. Твою мать. Так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Научно-конструкторский комплекс в Челами. Часть предприятия 3826. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Охренеть. Охренеть. Где эта схема-то? Схема? Я уже открыл все. Без которой кабинки не поедешь. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал. Не поспел за мной. Помер. Да тут все, блин, помер. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. Так, пойду поищу. Пойду я поищу смотритель. Смысла не вижу, потому что я уже открыл все. Я бы как бы не забаговалось это все. Ой, надеюсь, сработает. Можно и так. Я просто запомнил все. Там есть все? Ничего там нет. Ладно, поехали. Поехали. На сегодня я лучше. 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Полетел. Как ему не везет, Нечаева, а? Я так и знал, что спокойно не доеду. Так, отлично. Опа. Здорово, пацаны. Сам просится. Вижу. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Да. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. Хера? А с чего он? У вас разве есть подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру.
У меня хватает разных котов. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Блять, я пропустил случайно. Ну тут так понятно, в принципе. Желтым помечено, значит сюда. Так, в многих играх такое есть. Блять, долбанные фуникулеры. Так. Ты можешь зацепиться? Что это было сейчас? Странная какая-то хрень. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Блять. Тут ебанутый червь, а. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромность. Понял, блядь. Чё-то я много раз помираю в этой серии. Ай, помер. Да, Бурову это хрен отомщу, конечно, но... Не говори, что всё сначала, а? Блин, ну это будет хреново. Да. Просто, блин, насквозь прошел. Чё так долго загружаешь, а? Долго-долго загружает. Так. Давай. Да ты гонишь! Что с ним было? Звуки аж не успевают прогружаться. Господи. Всё. Ты экономил патронов зато. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас залезь. Есть альпинистская подготовка. Я майор спецназа, а не гражданин. Да ёб твою мать. Штаны за клавиатуру. У меня хватает разных котов. А, да, это я знаю. А, сука, куда ж без вас? Осторожно, обрыв впереди. Вижу. Как-то... Долго как-то он думал, блин. Опа. Сейчас опять эта херня пролетит. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромную скорость бурить даже самые твердые горные породы. Успел. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Вау, чё с тобой? Ты как тут? Я не понял вообще, откуда они там взялись-то? Откуда они там взялись-то, я понять не могу. Твою мать. Капец, ну ладно, сейчас попробуем. Да, блять, опять-то ты издеваешься, что ли? Свали. Блять, ну это... Что-то мне не прет. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает... А, да мы уже это уже слышали три раза, блин. Я этому весьма рад. Так, не торопись, не торопись. Все нормально будет. Осторожно! Обрыв впереди! Да я как-то с опозданием это все происходит, ну ладно. Давай, Бурав, пролетай. Ой, твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция.
Иначе я буду... Я на судьбе не буду. Раз. Это ведь был Бро? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромную скорость. Быстрей. Ау! Советская наука. Прямо на меня, а? У него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Не вставай! Что ты лагаешь? Ай, блядь, иди нахер. Да иди в жопу. Тебя погоди, я тебе всегда. Да ты охренел! Да ты, сука, ты посмотри какой, а, блядь. Заряжай, блядь, магазин свой. Да хуй такой, блядь. Блядь, неубиваемый робот, это вообще капец, блин. Фу. Давай большую аптечку заюзаем. Вообще неубиваемый, блядь. Я с третьего раза только смог пройти. Ты понимаешь, да? Так, как туда попасть? Здесь? Здесь. Тут что-то нужно сделать, да? Открывай. Да, я вообще нифига не вижу. Чё тут? А, пролезть надо, всё, понял. Всё? Я говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался. Могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Бурагавы – лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Давай, не будем его слушать. Вы обслуживали буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Что уж там про фуникулерную сеть говорить? Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они – буравы. Горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Понятно. Любитель такой, это... роботов. Все, все. Сука, как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блять. Да нет фонаря, сука. На фуникулёре прокатился. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком по поверхности. Так, надо просчитать. Твою мать. Твою мать. Твою мать! Быстрее, 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 быстрее. Моя остановка. Прошел, блядь. Комфортная была поездочка. Да не очень комфортно. Патрончики. Ты к чему-то готовят, да? Ладно. Так, можно, кстати, зайти сохраниться и на этом закончить, да? Как думаете? Давайте, ну так и сделаем. Опять чертеж. Дробовик. Кстати, вот сейчас нужно попробовать качнуть дробовик. Так, а где? А нету? А нету? Или дальше? Серьезно, нету? Ебанутый. Это сложное охранное устройство. Просто сука, блядь. Никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть рем-шкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Да.
Так, Демос, давай смотреть, что тут. Ой, как много читать. Ну, типа, прочитайте на паузе, кому интересно. Так, что тут еще у нас в ящике? Еще есть что? Ага, вот. Много аптечек дают, это хорошо. Это хорошо. Мир, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Просто дай мне защиту от лаза. Ах, как убито. Я вся дрожу. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Как? Защиту установ. Всех пропустил. Кстати, можно создать его. Урон 3, скорость атаки у него хорошая, но он маленький, небольшой, дальность небольшая, урон заряда и скорость заряда у него лучше будет. Блин, может стоит все-таки его качнуть в лесу. Ну типа, пока этот не разбирать, оставить его на складе. Да? Давай сделаем. Не хватает? Не хватает. Вот вот 4. Ну как по мне, может все-таки стоит лесу вкачать, а? Типа, я шведа и так могу сделать. Давай, ладно, складоразбор. Иди сюда. Ты был неплох, но нужно что-то новенькое, да? Разбор. Блин, или не разбирать. Ах, хрен с ним. Не, ну просто леса по параметрам лучше. Леса будет получше. Так, создать. Может, я сейчас ошибку совершил, но посмотрим. Обычный топор, блин, просто в таком вот исполнении. Я знаю, нам сюда нужно попасть. Давай. Так, давай. Еще качнемся. Улучшение. Давай смотреть, что они здесь можно сделать. Лезвие. Сразу лезвие качаем. Урон. Урон будет? Урона нет. Урон только будет на третий. Не хватает сокрушительный удар. Скорость заряда стоит качнуть. Так, и вот это давай. Все, остальное мне не хватает. Рукоять пока нельзя. Кассетник можно поставить, но он дает нам... Я не могу создавать кассетники, так что он пока бесполезный. Так, а создание... Патрон для дробовика есть, пока не надо, пойдем сюда. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Шокер можно качнуть. У меня сколько? 61 полимер. Нейрополимер. Так, нет, наверное, пока шокер не трогаем. Энергия персонажа тоже. Полимерный щит. Полимерный бросок. Что это у нас? Высокое давление, узел повышение давления. Регламентирующую дальность выброса полимерной... Вот это надо. Давай сделаем, ладно. Он немного стоит пока что. Телекинез... Блять, я дебил, надо было телекинез открыть. Ладно, шок. И шокер давай качнем. Надо потихонечку все качать, а потом уже будем персонажа. Самое главное, персонажу качнуть вот что. Рюкзак. Потому что потом, если вдруг у тебя будет дофига предметов, это все складывать некуда будет. Так что вот так. Так. Твою мать, больно. Нихера себе, чуть не убил. Нихера себе защитился. Чуть не убил он, нафиг. Чуть не убило, это лучше, чем убило полностью. Да что ты говоришь? Можно мне сохраниться? Ой, начинается беготня, блин. Чё с графикой? О, прогрузилось. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Это этот, Петров, да. Между умирает Петров. Последний, Петров, руки за голову. Виктор,
Давай. Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки согнуты. Побани его. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывают Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, стоять! Сволочь, улизнул, да? Ух ты, блядь! Быстро, быстро! И двое тут! Трое, блядь! Да возьми ты дробовик, сучёныш, блядь! Да я слышу, 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 бегут! Да, блядь! Покажи, чему обучу! Блядь, ты... Иди, иди сюда! Я пошёл ты нахер! Да бей! Блядь, стреляй! Ух, ловко он командует роботами. Блять, ну серьезно. Двери за собой как-то за... Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Так, свеча нужна. Сюда не попасть, тут замок. Блять, сохранится бы мне. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Как бы серия на час получается, да? Я даже обрезать ничего не буду, так и оставлю на час. Это будет просто охренеть, блин. Просто охренеть. Я никогда не выпускал видеоролики на час. Я не знаю, сколько он весить будет, блин. Ой, так. Чё тут лежим? Ползу в стенах, ты слышишь? Скребутся. Я боюсь. Я очень боюсь. Да тебе уже нечего бояться. Ты погиб. Именно. Я видел, еще живым видел, как мертвые встают. Не хочу больше, боюсь их. Кого их-то? Роботов? Нет, роботы убивают просто и быстро. Но эти... Остаточно полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивают тут не только роботы. Что это может быть? Не знаю. Но совру, если скажу, что мы этого не узнаем. Понимаю. Так, пойдем сюда, значит. Мне бы Ленорку и сохранение, и можно уже заканчивать. Серия и так 53 минуты идет. Опять лутаться, да? Опять лутаться. Так, давай, это просто сокращение, да? Изи. Это просто обход, ладно? Ну, не просто обход, здесь у нас находится свеча, которая нужна нам для открытия двери. Давай, послушай. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, 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 вы мои слова не искажайте, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. ПМ. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Моненко? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным. А не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в сотый раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана, мы закончили. Ты что, Петров, псих еще тот, блин. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование.
Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Так, Погрузчики свихнулись. Ёб твою мать. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его просто... Да-да-да-да. Сейчас промотаю. Топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Так. Сколько опять ящиков? Ты посмотри, а. Много-много ящиков, много-много ящиков. Запись идет, запись идет. А, ты что, меня ударил, что ли? Так, давайте-ка я все-таки попробую сохраниться где-нибудь. Давно сохранения не было, наверное. А может, это было автосохранение. Что тут дало мне? Ничегошеньки не дало. Тут сохранение, да? Да? Походу, да. Поднимай. Кого-то раздавило. С Петрова, а? Надеюсь, ублюдка не размазала попу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. Так, все, я, короче, пошел сохраняться, ребят. И нужно уже отходить. Заканчивать серию. Так, уже целый час играем. Продолжение будет попозже. Так, это что у нас? Электроэмигр-генератор для ПМа, да? Все, понял. Так, очки пускай будем копить. Все, полимер тоже будем копить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.